Кстати, о золоте. Этот уродец не собирается же сдавать его фюреру? Секунду. Тут все, кто может держать лопату, работа спорится. Нельзя терять ни минуты. Французы пересекли Рейн. Американцы идут и с юга, и с запада. Господин подполковник. Что? Вы уверены, что мы разобьем врага? Как-нибудь постараемся. Наши люди устали. Отдохнут в Альпийской крепости. Там мы будем окружены так же, как и в горах. Вы сомневаетесь в фюрере? Сержант, вы утратили веру в победу? Нет. Или тоже собрались дезертировать? Как тот рядовой? Нет, конечно. Победа. Или смерть. Других вариантов нет. Я же приказал обеспечить провизию. Роги, шевелись, добудь еды. Давайте сами. А я лучше останусь здесь. Я отдал вам приказ, сержант. Есть!